Это одна из духовных столиц. Там украинский дух, там корни, там основа. И оттуда все начиналось. Поэтому почувствовать это, зарядиться энергетикой и фактически получить поддержку Запорожья, это важно в общенациональном плане. Я уже не говорю о промышленном секторе, это понятно все. Да? То есть я не хочу в стандартном наборе фраз жить о том, что вот вы знаете, там производство, там то, там все, это большая область, огромное количество людей и аграрный сектор. Это все само собой разумеется. Я говорю сегодня о ценностных вещах. То есть там украинский дух, и этот дух должен помочь восстановить Украину. Этот дух должен помочь развинуть и объединить Украину.